Ничего, дорогие друзья, снег херачит как бешеный. Только вот провел лопаты, уже опять полная. Поэтому сейчас пойдем на квадрик ставить ковш. Пока ни разу ковшом не чистил, не знаю, что получится из этого. Но снега очень прям валит сегодня. Так что пришло время ковша. Вот за сегодня вот так вот навалило. Уже сантиметров 15 продолжает идти. Даже не знаю, вот снега очень много. Так что, честно говоря, немножко довольны даже. Потому что наконец появляется возможность воспользоваться моим ковшом. Вот. Сейчас, значит, его установим. Сперва вот печечку запустил. Погнать не успела, еще холодно, вот, но ничего. Чуточку помёрзнем. Вот, так что вот у меня ковшик. Это значит не какой-то там крутой дорогой ковш Click and Go, который быстро съемный. Это такой, видно, попроще модель. Вот. Сперва на днище ставится такая железная пластина, прикручивается. Достаточно геморройно, кстати. А потом уже ковш крепится, передняя часть к лебедке. И вы можете лебедкой управлять ковшом вверх и вниз. Сейчас посмотрим, как все это встанет. Короче, не знаю, видать, циклон пришел. Ковш, судя по всему, я ставлю вовремя, потому что вот пока я в гараже ковырялся, пока вот столько снега у нас нафигарило. Сейчас попробую пройти за ключами, и Цевкин примется за работу. Короче, снег никогда подобным способом не чистил. Надеюсь, все получится, все будет хорошо. Вот. Даже интересно, как все пройдет. Сейчас посмотрим. Лебедка вот таким вот образом, получается, ковш работает. Thank you.
Вот крылья. Я буду с этой штукой ходить. О! А кто это у нас вышел из дому? Кто у нас вышел из дому? Где наш кот? Вот он! Ну-ка быстро иди в снег гуляй. Иди в снег гуляй. Ты почему тут сидишь? Оуч. Так, посмотрим, какие большие у нас зеркала стали, вау, придрум, да сюда вообще они на самом деле. Господи, а ты, кто там заорал? Охранник вышел у нас, соседи заорали, охрана вышла, но охрана, снежок не идет, только по чищенной дорожке, да? Охрана больше не идет, только так, да? Лёш, кто там? Ну-ка взять. Взять. Кто там? Кто там орёт? Ну-ка взять. Лёша, кто там орёт? Это мой охранник. О, боже! О, боже, быстрее отходим. Нам сейчас будут чистить дорожку. О, нет. Thank you.
повыше надо, да? Наверное, не, ну что, не праздники сейчас, да, и все отдыхают. Ну, никто не чистит. Нафиг этот снег. Как-то слишком много за ночь, да? Так даже не за ночь, он с утра только начал. Ну ты, я не знаю, мы вечером приехали, и смотри, сколько уже нападало. У нас стало чуть-чуть побольше машина. У меня... Ихана. Ой.